Свадьба раздором. Бракосочетание британского принца Гарри с актрисой Меган Маркл может спровоцировать международный скандал. Кого из мировых лидеров не собираются приглашать на торжества и чем это может обернуться? В материале Светлана Чернецкая из Лондона. Женитьба самого завидного холостяка Великобритании принца Гарри состоится уже в мае. Его избранница – американка Меган Маркл, и часть гостей приедет из Соединенных Штатов. Молодожены очень хотят пригласить близких друзей принца, бывшего американского президента Барака Обаму с супругой. Вот только советники королевской семьи предупреждают – это может разозлить президента нынешнего. Дональда Трампа, в отличие от Обамы, в Британии, мягко говоря, недолюбливают и грозят протестами в случае его приезда. А вот принц Гарри и Барак Обама – закадычные друзья. И в очередной раз подтвердили это сегодня утром в эфире британского радио. Принца пригласили редактором трехчасовой программы на BBC и дали полную свободу от выбора тем и до подбора гостей. Главным из них был бывший американский президент. Его Гарри подверг настоящему допросу с пристрастием. Рэйчел или Моника? Мне нравится Рэйчел. Хорошо, я не скажу этого Монике. Гарри или Уильям? В этот момент Уильям. Титаник или телохранитель? Титаник. Форс-мажоры или хорошая жена? Конечно же, форс-мажоры. Отличный, отличный ответ. Конечно же, форс-мажоры. В этом сериале играла невеста принца. До помолвки с Гарри Меган Маркл вела довольно активную социальную жизнь и не раз публично критиковала Дональда Трампа во время президентской кампании. Так что его она точно не желает видеть на своей свадьбе. Сейчас отношения между Даунинг-стрит 10 и Белым домом далеко не безоблачные, особенно после того, как премьер Тереза Мэй публично раскритиковала Дональда Трампа за распространение в Твиттере антимусульманского видео британской ультраправой организации. Сейчас идут консультации между представителями королевской семьи и правительством по поводу списка приглашенных. Но поскольку свадьба не будет государственным событием, последнее слово касательно гостей остается за Букингемским дворцом. И посмотрим, как разрулит эту ситуацию принц Гарри. Рискнет ли разозлить Дональда Трампа, пригласив Барака Обаму, или же поступит более взвешенно, позовет обоих президентов, либо ни одного. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности. Британское бюро телеканала «Интер».